Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и мы продолжаем проходить игру The Bug Butcher. Давайте начнем. У нас на повестке миссии будет пятая зона. И я все-таки купил все перки на скорость, на жука щит и усилитель. Усилитель мне, в принципе, нафиг нужен, но чтобы был, как говорится, для полной комплектации. И все-таки взял скорость бега, то есть позволяет быстрее бить врагов и уворачиваться. Да, у меня все прокачано, так что смысла больше ничего копить деньги нету. По сути дела, ходя по зонам, набивая монстров, пару раз пройтись по нескольким зонам, можно прокачать полностью все оружие, все там перки и все остальное. Давайте начнем. У нас 25-я миссия будет сейчас. И погнали. Веселье начинается. Тьфу, я думаю, у вас, ребята, есть небольшая проблема с заражением. Насчет этого я боюсь, не смогу присоединиться к вам в этом зале. Вместо этого я буду удерживать связь по селектору. Я не удивлен. Ну что, погнали. Ты что у нас за дрянь здесь? Вылазит очередная. Который у нас еще плюется. Так, что еще? Че у нас тут сейчас вылезет? Опять эта хрень? А там что у нас вылезет? А, я думал, она стреляет. Не стреляет, а просто что-то из нее тоже вылазит. Она стреляет. Вот эти зоны тоже ограничители есть. Вот они мешаются. Причем капитально мешаются, потому что они не дают по всей зоне летать врагам, и поэтому некоторые зажимают. И то, что они зажаты, они находятся в секторе, где ждешь, а тебе их не нужно ждать. Их нужно, грубо говоря, уже там завалить. Уже не думаешь о сборе денег. Так, стоять. Вот этот прыгучий засранец, который разваливается на мелочь свою пузатую. Вот это я хочу взять. Вот видите, уже время поджимать начинает, 12 секунд остается. То есть, чем дальше зона, тем меньше времени отводится или просто больше монстров, что его не хватает. 26-я. 2 минуты уже. Вот эти камушки. Ах ты. Электрожук. Она не только еще и... Так, электрожучок-то наш. Чего у нас тут? Так. Кроме того, что эта хрень сейчас стреляет, еще и себе подобных. Ах ты ж зараза, блин. Косить начинаешь. И понеслась врача по трубам. И вот они еще, мои маленькие карапузики. Вот это хорошо, когда много. А вот когда босс... Насыст не гуд. Фух, здесь хоть времени хватило. Так, 26-я у нас миссия выполнена. 6000, 2 звезды. Погнали дальше, 27-я. Что у нас здесь ожидается? Ух ты. Привет, мой маленький.
Ах ты же, лохастый, вшивый. Так, стоять. Лохастики вы мои. Так. Толстячок мой сраненький, который сорёт. Сейчас бы здоровье не помешало, чтобы вывалилось. Лишь бы не умереть сейчас какой-нибудь хрени. Так скорострельность чумовая, так еще дают ускорение. Мне бы дали единичку здоровья. Что дают? О, как раз. Легче стало дышать сразу. Так, и чего у нас тут высрут? Я прям стоял рядом с единицей здоровья, и какая-то хрень на меня упала. Ребят, ну как-то это вообще. Прыгунчик наш. Вот эти хрени там, которые остаются. Вылезло, чудо-юдо. И она прыгнула. Я говорю, сложнее становится с каждым разом все. Даже с моей скорострельностью полностью прокачан на этих... Пушки мои стандартные. И зажаты просто, говорю, курком. Даже для меня это слишком уже. Напоролся-то. И поймал, прям с самого низа. Причем в говно. Еще плохо, что вот... Вот эти зажимаются в углу, их начинают уже прыгать они. Потом вот этих бегаешь, ищешь. Сейчас стопудово опять завалят. Раздавили. А, ну лучше, как обычно, начну в центре. Блин. Давай, мой большой ты. С одним геморроем справились. Остался вот еще один летающий. Сейчас он здесь насрет этих говняшек.
из меня котлет наделают. Да, Е. Тут сейчас из меня Е сделают. Не только Е. Я же говорю. С каждым уровнем становится все сложнее и сложнее. Тут даже просто... Валить уже задалбывает. Так, сейчас это главная хрень улетит. Прыгающая гадость. Ну где дофига уже прыгает. Как всегда, она найдет свою цель, блин. Жестко, конечно. Давай, давай. Хорошо прошелся. Когда уже долго играешь, так понимаешь, что в принципе куда заехать можно. Так, теперь веселушка начинается дальше. Банкет по заявкам. Вот эти говнюки меня больше всего бесит, что они разлетаются, как не знаю кто. Давай, давай. Сразу. Вот эти прыгают, они и прыгают. Стоять, никуда не расходиться, всем умереть. Фух. Давай последнего. Фух, вот это жесть, конечно. Вот когда в самый подходящий момент выпадает что-то нужное, ты выносишь просто всех на ура. Когда ты просто прыгаешь, и там ничего нету, а там целая толпа врагов. Все, каюк. 28-я. Продолжение банкета. Что там нас ждет? Куча новых шаров каких-то, которых мы, кажется, встретили все. А эти как раз прыгают. Как хочу, так и прыгаю, называется. О, удачно. Сан электровеник ты. Еще красненькие. Что там за паркировка? Ты хрень там. А, они просто скорость большую имеют. Блин, ракет, скорость стрельбы маленькая, фигово. Так. Это все зашибись. А вот когда вот это? Хорошо. Если скорость станет хорошая, то и они нормально умирают. А, зараза. Ох ты ж. Да. Весело. Хоть этих не надо защищать.
Давай, мой маленький. Еще один остался. Фух. Есть. Теперь у нас еще осталось две миссии всего лишь. Самые веселые. Так, 29-я комната. Что нас ждет впереди? Ты надейся и жди. Вали, говнюков, ты вперед. Так, хорошо, успел вернуться. Так, вот этих жучат надо пройти, посыпать. Что у нас тут? Да, детка. Это ад. Оружие здесь дают до хрена. Ох ты, как хорошо-то прошел. Собрал жизнь, потерял, ну и ладно. Одна жизнь не все. Ну, жестко. А вот это уже не весело. Как ты ж проскакиваешь, а, говнюк, а? Стоять. Я бы хрена жизнь упала. 40 секунд. И волна еще очередная. Давай. Давай. Давай, всех разложить надо. И чуть-чуть не успел, 19 секунд и меня убили. Да, весело. Так, где вот тут мои маленькие попрыгунчики? Блин, сам подставился, а? Надо вот так здесь встать. Один за другим. И этих вот сейчас еще прыгают они тут. Давай. Еще вот эта хрень вылезла. Так, санэлектровеник. Ах ты, зараза. Да сдохните вы все. Босс, твою мать. Так вот такой после того, что я с тобой сейчас сделал. Где девочка? А так все хорошо начиналось, а? Твою же мать, да сколько ж вас тут, а? Вот жесть. Я же говорю, три миссии самые веселые. Так, давай. А вы-то откуда здесь взялись, веселые мои друзья? Давай, умирай. Давай. Жучок ты, тараканчик. Ссаный электровеник. Ах ты, как хорошо. Люблю лазер. Устроил бы лазерное шоу. Они, блин, прыгают с большой скоростью. Но и то, что они быстро прыгают, они еще и многочисленные. Давай, мужик. Я знаю, ты можешь.
очередной. Жесть. Очередная жесткая игра. Давай, 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 давай. Давай, пока ты здесь. Одного хотя бы завалить. Давай, давай. Блин, все-таки добили, а? Давай, утохни. Да ёкарный бабай. Что ты все такая слепая-то? Не касает. Да блин, а сколько ж вас тут, а? Вообще что-то вот невезуха вообще по способностям и по всей остальной хрени выпало. Давай. Говнючки. Блин, я нарджатер хренов. Все, что можно, убивается, блин. Блин, лучше не стоять. Они сами найдут, как туда пробраться. Даже до верха задрал. Давайте, мрите. Мои любимые красненькие. Или оранжевенькие, какая разница. Ах ты, зараза. Так, впервые. Давай, давай. Один готов. Один остался. Давай, давай. Все. 29-я зона пройдена. Обсерватория хренова. Фух, теперь последняя, самая веселая, 30-я. Маяться мне долго придется. Прямо сейчас я регистрирую большую активность вокруг вас. Приготовьтесь. Больше активности, чем обычно. Похоже, это последний из них. Удачи. Погнали. Что нас ждет сейчас здесь? Высрали все. Можно убивать. Так. Что нас тут ждет? А, зараза ждет нас здесь. Которая множится как тараканы. Так. Так, здоровье, здоровье, здоровье. Ой,
Так, давай, давай. Очередная заморозка. Этих прыгающих говнюков. Давай, все завалю. Давай, давай, что там еще? Давайте, давайте, давайте. Так, еще вот тут здесь. Yes. Давай, 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 давай. Один готов. Еще один остался. Блин, а что тут было такое? Успел. С первой попытки. До этого я долго мучился, честно говорю, на этой миссии. Потому что здесь появляются в конце два босса, у тебя времени вообще в обрез, и ничего нету. Тут хорошо, вот именно когда у тебя выпадает такое мощное оружие, и ты успеваешь добежать до босса и просто сжечь его. Либо у тебя выпадает прям ледяная граната, которая замораживает время, и ты успеваешь расстрелять за это время. Но сейчас мне просто реально повезло. Бывает, можно мучиться очень долго. Но на этом мы игру, как видно, прошли. Фух, 30 веселых миссий было, игра интересная, с юмором, и просто вот так вот погонять с другом можно в кооперативе, можно в одиночку, но с другом, наверное, будет весело, тут можно воскрешать, когда тебя там убили, то есть игра такая веселая, аркада для кооперативного прохождения, либо просто для одиночного убивания времени, но реально в нее весело играть. Конечно, некоторые миссии бывают сложные, особенно вот, которые последние, там много врагов и мало времени, но когда прокачаетесь полностью, будет легко, в принципе, пройти. Ну, кроме последней миссии, где там как повезет. Но игру эту я советую, разработчики не зря, говорится, потрудились, можно поиграть, то есть игра годная. На этом мы заканчиваем видео по данной игре. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии под видео, что бы вы хотели видеть на моем канале, какие там игры, может быть, обзоры чего-либо. Всем спасибо, всем удачи, всем пока!